Ну а вот за кем Аваков не уследил, но ранее докладывало его задержание, так это тот самый Топаз, которого зимой на киевском антимайдане молили дать команду. Он же Игнат Крамской. Вчера вечером срезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. Его якобы тут же видели в захваченном сепаратистами здании Харьковской обладминистрации. А сегодня он уже призывает харьковчан не слушать нынешнюю власть, особенно Авакова, и поддержать харьковскую автономию.